Что-то я не пойму, что это у меня за образ? Что-то это я кто вообще? Я кто? Я что-то даже боюсь повернуться к вам, потому что я не знаю, кто я. Ну ладно, рискну. О боже! Что? Что такое? Я Балди-детектив? Странно. Не бегать по коридорам, не бегать... Не понял, зачем я это говорю? Почему я это говорю? Почему у меня волосы сзади? Так я Балди-детектив или кто? Что? Что? Я директор школы в полицейской одежде? Какой кошмар! Какой кошмар, что здесь происходит? Я не поняла. Ой, нет, я не понял. Нет, я не поняла. Что такое? Что со мной происходит? Я переменка. Почему я переменка? Я же папа дочки. Я же папа дочки. Почему со мной такое происходит? Что такое происходит? Я всех толкну, я всех обниму. Я что, обнимашка, что ли? Не понял, я кто? Ну-ка. Ёлки-палки, мне глаза торчат, рот набекрень. Я вообще папа дочки или кто? Почему я такая странное чудище? На-на-на-на. Ну, наконец-то, ёлки-палки, наконец-то я снова папа дочки. Вот это другой разговор. И вообще, что со мной происходит? Что происходит в этой игре? Почему? Почему такие преображения были? Что происходит? Расскажите мне. Все очень просто, ребята. У нас Балди Ролеплей новая игра. Мы хотим посмотреть, что здесь можно делать, в кого можно превращаться. И вообще, какая-то прикольная игра. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Друзья, проверим, что это за игра. Ты готова? Готова. Кем же мы здесь можем стать? Сначала мы давайте... В автобус. Вот этот городок, кстати, в автобус можно, да, переместиться? Интересно, школа. А у нас для тебя челлендж. Давай посмотрим, быстрый ты или нет. Успеешь за 5 секунд поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписан. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Успел? Молодец. Ну, для начала нам надо поменять образ. Не будем же мы играть персонажем. Меняем. Смотрите, друзья, здесь у нас Балди с сердцем. Балди детектив, который мы были. Балди ботаник. Балди повар. Балди спортсмен. Балди доктор. Балди, какой-то семьянин. Усач. Ну ладно. И усы надежды. Обыкновенный Балди, невероятно. Даже простой Балди. Директор на пенсии. Строитель? Ну ладно, пускай строитель. А, не, на пенсии. Директор полицейский. Директор с зелеными волосами. Директор, просто директор, понятно. Смотрите, Балди. Здесь еще есть одна прикольная картинка. Вот такая вот, ребят. Балди Мона Лиза Джоконда. Балди Джоконда. Мона Лиза или Джоконда, картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи. Ныне храните в Лувре. О, носок бегающий. Чё, еще одна какая-то картинка была? Так, картинка, о, Балди экспрессионист. О, носок, мос, короче, повар. Швабра, здесь уже не Балди, а просто картина. А вот здесь, ребята, ничего нету, странно, ладно. Пойдем туда. Ты уверена, что тут нет ничего, почему надо просто стукнуть? О, это что за персонаж? Ой, здесь есть еще картинка. Я не видел таких, ну давай превратимся вот в красного. Вау, прикольная, прикольная я морда. О, здесь, смотрите, домики какие-то. Несемся сюда. Вот тут. Здесь, ребята, супер картина просто, просто невероятная супер картина. Здесь что за картина? Да, очень интересно. Ну и здесь, девочки, переменки. Переменка, переменка крейзи с черепом. Переменка поваришка. Переменка обыкновенная. Учеба, да? Переменка обыкновенная. Переменка лысая. А, нет, в шапочке. Это переменка строителя, это начинает. Переменка перед сном. Понятно. Так, и так у нас что есть? Так, и смотрите, мы можем телепортироваться либо в город, либо в кемпинг. Давай в город. В город сначала. В город. Пока день. Замечательный. Отличный день. Можно исследовать. О, здесь, кстати, даже школа есть. А смотрите, у этой штуки есть какие-то эмоции. Мы нажимаем, и он делает вот так вот. Огонь. Он огонь делает. Дует, да? А еще есть. Есть какая-то вот еще. Сейчас. Вот такая. Да, что-то они все похожи. А шляпа есть у нас? У нас есть шляпа, ребята. И вот такая шляпа. Проверим школа. Какая тут школа от первого лица? Сейчас закроем менюшку. Так, учебников нету. Написано, поставьте лайк. Ребята, поставьте лайк. Тут даже на доске написали. Так, что здесь еще у нас? Ребятки, у нас, знаете, какая с вами задача?
У нас давайте будет задача спрятаться от подписчиков. О, здесь картинки какие-то. Так, смотри, сова. Горы. О, непонятность. О, побег из тюрьмы, ребята. Ха-ха-ха, прикольно. Пингвин, который любит мороженое. Здесь что? Ага, здесь чуваки. Балди на велосипеде. Кстати, у нас есть тут всякие штуки. Например, попить. Вот, сразу пьем. Например, книжка есть, монетка, вот эта штуковина и шоколадка. Папа. О, я могу сальто делать, ребята, папа. Ничего себе, что? А знаешь что? Столики. Из монетки можно что-то купить. Ребята, я предлагаю исследовать город уже в другом каком-то образе, перевоплощаемся. Ариша хочет выбрать Балди. Давайте, ребята, пускай Аришка выберет. Какой Балди будет сегодня у нас? Может, с сердцем вот этот бешеный Балди? Так, а это обычный Балди? Это Балди усач. Вот этот усач. Давай, ну давай, вот такой, короче, Балди. Может, нас никто не узнает? Не узнать меня. Ой, ой, что это со мной? Что это? Что происходит? А, это я превращаюсь, это метаморфоза. Все. Пойдемте быстрее в город. В город. Арина хочет попасть в школу. Найти, куда воткнуть монетку. Бежим, бежим. Бежим. Так, смотри, о, второй этаж есть. Дверь попробуй. Во второй этаж, может, сейчас попробуем, ребят, найти автомат. Первый раз, кстати, вижу школу Балди с двумя этажами. Тут даже чувак занял место и что-то делает. Читает. А он заостряется от книг, словно меч. Прикольно, давайте тоже почитаем. О, прикольно, и мы читаем. Ребят, короче, у нас заседание. Заседание, умные. Мы умные сидим, читаем. Да. Хо-хо, я такой умный. Ну как, Балди, нормально? Пойму, тут по-китайски написано. О, по-китайски написано, ладно. Да. Пойдем монетку куда-нибудь. А! А, это кто-то превратился, я испугался немножко. Здесь нельзя монетку бросить, здесь тупик, здесь тоже школьный класс. Внизу похоже. Ладно, идем вниз. Посмотрим, друзья, сейчас в школе Балди, где аппарат. Это вряд ли он. Да, ребята, здесь монетку применить нельзя. Можно зато выпить вот этот напиток. Выпили. Можно выпить. А! Нифига себе! Ничего себе! Ничего себе! Давай соду. А если шоколадку съешь, что будет? Вот это сейчас попробуем. Вот это. Что он делает? Ну-ка, пьем. Ну, пей же. А, это пшикать, наверное. О, прикольно. Попшикаем на цветы. Ничего не происходит. Да, давайте теперь превратимся в другого и исследуем город. Теперь мы станем, ребята, переменкой. Она очень прикольно бегает. Обычная переменка. Ой-ой, я с юбочкой. Ой, что происходит? Оу, у меня появились волосы вот такие смешные. Я переменка. Вот так вот бегает, смешно и прикольно. И она у нас пойдет в лес. Давайте посмотрим, что там есть. Кстати, можно взять велосипед, ребята. Смотрите, у нее, у переменки есть вот такая тачка. Вау! Несемся. Во, прикольно, ребят, мне нравится. Здесь нет, можно всякие сценки придумывать. Такие, что? Я куда-то провалился. Я в воде плаваю. Вылазь, переменочка, вылазь. Несемся, ребята, в город. И вот мы приехали в город, ребята. Вот, смотрите, есть какие-то кнопочки. Что это она может делать? Опа, 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 опа. Опа, это она так делает. Прикольно. Та-та-та-та-та-та. Ха-ха-ха, прикольно. Давай она встанет, потанцует. Так, ладно, ладно, велосипед убираем. И теперь еще раз. Та-та-та-та-та-та. Смешная какая переменка. Свернула и смотрите, грустное лицо ей можно сделать. Вот такое это лицо. Это не грустное. Вот это грустное. Грустное, да. А лицо. Он тоже злое. Так, ладно, возьмем велосипед, и она снова становится веселой. Ура! И погнали! Прикольно нагоняет на велосипедике. У-ху-ху-ху. И знаете что? Теперь нам надо испытать кого-нибудь еще. Кого же нам выбрать? И выберет сегодня. Ребята, давайте вы выберете. Кого нам выбрать? Кого? Я не слышу! Кого? Носочка. Носочка? Ладно, какого? О, давай, похоже на президент. Это ученый. Это носок ученый, ребята. Я стал ученым носком. Да. Перепрыгиваем и на выход. Пойдем исследовать дома. Заходим в ближайший дом. Вот где тут дверь. Обшариваем. Опять темно. Темновато, да. Но нет, ничего нету. Покушать нету нигде. Никогда такого не было. И вот опять. Да, у нас здесь, кстати, персонаж как-то был, хотел тут кушать. О, так, ну а давайте посмотрим, какие эмоции. О, его колбасит. Все, шляпу может поменять. Стать носок в поход собрался. О, а вон та штучка. Носок, новый праздник. О, над ним можно поприкалываться. Открой рот.
Если ты хочешь кушать, открой рот. Хочет кушать. Если ты не хочешь кушать, закрой рот. Ребята, а что можно еще придумать? Как бы над ним потроллить? Если ты хочешь конфетку, открой рот. Ну это тоже к еде. Если ты хочешь в туалет, держи рот закрытым. Ха-ха, он открыл, значит, он не хочет. Ребят, ну все. Я думаю, надо еще какой-то образ примерить. И папа выбирает вот этого толстячка, ой, ребята. Я так хотела пусть. Я сейчас выберу вот какой. Так, джентльмен-строитель. Давайте джентльмен... Нет, я вот этого. О, наконец-то я превратился. Давайте посмотрим, ребята. Что со мной такое? Ничего не произошло. А это? А, это он чуть-чуть сгрустнул. А это он разозлился. А что это он делает? Он ласточкой стал. Ну-ка, стань ласточкой. Покажи позу ласточки, пожалуйста. Опс. Ха-ха-ха, ребята, прикольно. Хочешь получить сердечко от канала? Это очень просто. Надо просто ответить на задание и написать в комментариях ответ. Я обязательно всем ставлю сердечки. Если, кстати, вы зашли и сегодня его нету, зайдите завтра, но там будет. Потому что я проверяю один раз в день всего лишь комментарий. Задание сегодня... такое. Какие образы мы сегодня примеряли? Пишите. Ну, может, хватит? Может, я сегодня просто папа дочки побуду? Или что? А папа дочки ты побудешь в другой серии. А сегодня, ребята, вы были в симуляторе Балди. Ролиплей. Вы можете здесь применять всякие роли, использовать какие-то эмоции, путешествовать на картах, может придумать какую-нибудь сценку. Если можете придумать какую-то сценку с Балди, напишите в комментариях, я обязательно почитаю. А вы сегодня были на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Аришка. С вами... Подписывайтесь на наш канал, с нами весело и интересно. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока!